Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Женщина родила ребенка, либо девушка. Начинает кормить его грудью ребенка, но после этого у женщины возникает диарея, понос, жидкий стул. Это вводит любую маму в недоумение, ну и, конечно же, приносит неудобства и, скажем так, некоторые очень сильно расстраиваются из-за этого. Либо обращают на это внимание, что вот все было хорошо, нормальный стул, покормлю ребенка, начинаются проблемы со стулом. Ничего страшного в этом нету. Такая природа у нас. И для того, чтобы помочь такой маме, то точка WC3 Джунзи, уважаемые мамы, кормящие грудью ребенка, у кого есть расстройства все различные со стулом, вам эта точка в помощь. При воздействии на нее вы добьетесь положительного результата, и диарея, понос и жидкий стул вас оставят в покое. Организм восстановится после того, что вы кормите грудью ребенка. Ничего страшного нет. Почему? Потому что потенциал в этой точке очень огромный. Очень огромный. Она помогает при многих жизненных нюансах, которые не поддаются даже объяснению. Потому эта вам точка будет и в помощь укрепления гинекологии после, скажем так, деторождения, восстановления вашего организма в целое единое, и, конечно же, можно сказать, укрепление вашего организма, вашего иммунитета, как хотите это называйте. Но при условии, если вы будете работать с точкой WC3 Джунзи. Спасибо за внимание.